это DLC-шный персонаж. Так, окей, сейчас надо отсюда начать. Так сказать. Все, всем привет. Начинаем играть. Наконец-то я дошел до Русы против ящеров. Я очень долго в нее хотел поиграть. Конечно, что это будет интересный геймплей, вряд ли. Но он очень похож на Blade of Darkness. Игра. А что значит стать воеводой? Воззвать к братьям. А, это типа позвать друзей. Окей, понял. Короче, стать воеводой, типа сетевая игра. Ладно, мы пока так поиграем. Есть Дрочеслав, Радислав, Всеслав, Виктор и Мстислав. Ну вот у нас Виктор, это DLC-шный персонаж. Я за него деньги отдал, кстати. Не знаю зачем, но пусть будет. Так, потом мы выбираем защита Байкальская, берег Гиперборей. Я, кстати, так и не понял, что такое Гиперборей. Я сегодня увидел у Лавкрафта в произведении, там что-то тоже было, типа какие-то существа из Гиперборей. Что это? Я загуглил, это что-то типа где-то, где-то там. Все, все, что я понял. Ладно, защита Байкальская. Поле Брайм. Русы в Африке. Осада Тывы. Ладно, защита Байкальская. Гоу. Пришло время душить змея. Блин, а Графен-то такой себе. Воин. А тебя это волновать не должно. Ящеры атаковали Байкальск. Помоги братьям русам. Спасем от беды землю русов. Что делать? Жми на все кнопки. Используй все атаки. Цифровые передвижения, shift бег, пробел, кувырок, уклонение. Левая кнопка мыши базовая атака, правая кнопка мыши сильная атака, блок. Как они сильную атаку и блок на одну кнопку сделали? Спецатака, другая специальная атака, эскейп, пропуск. Пей воду байкальскую для лечения. А, выпить байкальскую воду и восстановить здоровье. Вы можете найти дополнительные кружки с водой на карте. Помолись Перуну, чтобы он помог тебе. К, сила Перуна, Гойда. К, а на Р куда? Специальные атаки можно найти на карте. Берегитесь, ящеры. О, медведь. Так, ладно, я, наверное, графику бы другую сделал. Чё? Громкость музыки, звуков, мы же вдоль оси. Я только могу в главном меню. Ща, видео. Ну, давай целиковый. Проверим. Давай играть. Виктор. Виктор СД, Ханза Май. Защита Байкальская. О, вот это графен. Так, вот, уже лучше. Продолжить заново настройки, главное меню. Есть атака, раз, два, три. А как блок ставить? А, типа... Shift. Так, секретный уровень. Медведь, ты злой! Как так? Я не хотел. Так, это у нас перуновская атака. Q у него. Ага. С копьем. Ервок. И там перунчик. Понял. Окей, let's go. Ну, это лучше, если что-то такое позалипать под фонг. Это, конечно, выглядит поприкольнее, чем... Ох, ё. Поприкольнее, чем Доктор Ливси. А чё такой имбовый? А чё такой имбовый? Потому что покупной персонаж? Окей, их можно больше 5 носить. Так, промажешь. Так, музыка чё-то там долбит, я надеюсь.
А, нога чешется. Ну, let's go. О! Ну, let's go. Вон, для галочки я бы прошел все уровни. Вроде терпимо. Конечно, дешевенько, но терпимо. Ого, там. Ой-ой. Без багов, плиз. Так, а там у нас еще курица. Какая ты курица. О, яйцо. О, нет, яйцо это... Оно мне заменило перуна. Ну давай, что это? Ё-моё. Вот это ему не повезло. А, она мне полностью поменяла обилку. О, ну прикольно, кстати. Чё, как пить? Убить 50 ящеров сюда. О нет, Алёша Попович! О нет, мои братья, русы, я отомщу вам, ящеры, не покорить вам земли великих русов. Блин, ну сам мем русы против ящеров, это... Оно еще так появилось, как будто реально было. Ну было, было. Такой кайф. Я даже себе купил карты Берсерк по мему с русы против ящеров. Как-нибудь распаковку сделаю. Они у меня на полке валяются. Но они реально угар. О нет, не туда. А, не, нормально. Заславянил. Так, берем другую обилку. Так, вон байкальская водичка наша. Так, R. А что она делает там? Она меня коцнула? Все, музыка пропадает, сразу неинтересно становится. Ух, ты жив. Ага, мы слишком крутые русы. Что-то даже залезть в дом не можем. То. Эти ящеры просто малыши. О! Не победить. Тут наши самые сильные воины. Сдавайтесь или умрите. Это же озвучка из Варкрафта, нет? Или откуда? Да, в спину. Больших ящеров убито. Ой. Еще. По-моему, есть. Мы победили. Проклятым ящерам зеленым дали отпор. Это все? Выпьем воды байкальской, братья. За победу. Слава Руслану. Мне нравится, как тот чел спотыкнулся и начал отжиматься. Это что, все? Это вся игра? Ну ладно, давай, Мстислав. Может, это потому что Виктор имбовый такой? Это вся игра? Реально? Ну давайте еще миссию выполним. Отличный день для зарядки, братья.
Покажите мне силу богатырскую. Магомед, потные мужчины тягают железо. Так в нашем зале качаются к лету потные мужчины. Нам в зале всем жарко. Ну как? Опять ящеры напали на землю русов. Берите мечи, да. Опять. Дадим отпор чудищам. Сдавайтесь или умрите. Че, у нас есть прям ауе, чел? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. О. По-моему, ауе. О. Блин, сразу больно. О! Падла крыса. Ты крыса, а не ящер. Тебе должно быть стыдно. Славянский прострел сундука. Ага. Ну, прикольно. Такой закоулок. Как будто можно было бы сюда зайти. Не. Так, next обилка. О, водичка. Да и что-то фонг. Ну, тут можно его как-то менять? Это печально. Потому что именно вот этот фонг мне что-то не очень нравится. Какой-то такой себе. Так, два удара. Не. Это даже не перс у меня был покупной имбовый. Это просто такая игра. Легкая. Да. Ну ладно, ладно. Яйцеложцы, а ну посмотрели сюда. Яйцеложцы. Баун. Военная хитрость древних русов. Бойда. Она их слепит. Мы едем? Окей. Я сейчас уже заканчиваю. Сейчас я тут по пару уровней пройду. Так, надо сразу того агрить. Йоу, Валя. Ждем. Ладно, вот этот хороший фонг. Окей. Тупо что надо. Чё такое? Не. Ну все, жду вас. Все, не отвлекайте, бабы. Надо Русь спасать. Ящеров клятых. Так, а может... Их просто не слышно, мы же вдоль оси, громкость звука. То как-то без эффектов. Не, эффекты и так, фигня. Просто... Не. И так, тихие. Конец, Русич. Так, где босс? Вот это босс, да? Ох, йоу. Почему их так много? Почему у злых всегда самые крутые штуки? Как в Терминаторе. Ой, как в Трансформерах. У Десептиконов всегда самые классные штуки были. Всякие змеи огромные и так далее. Let's go. Уа!
Ох, имба. На. Умирай! Умирай! Ой, что-то больно. Все? Нав? О, изи. Освободи гиперборей от ящеров. Завершить любой уровень, играя за Мстислава. Мы победили. И у меня залагало, да? Вот такой сюжет и геймплей. Так, а что у нас по... В этой игре по... достижениям? Даже одно скрытое есть. Скрытое достижение. Найти секретную телегу с D3. Завершить уровень русы в Африке и спасти братьев чернорусов. Отразить 10 волн противников на уровне... поле брани. Пройти все 15 волн на уровне поля брани. Ого. Интересно. Ну ладно, чё? Вроде играбельно. Что за достижение? Убить Ирода иноземного. Кого? Убить? Что? Убить Сазок? Убить 200 Иродов иноземного? А, это не я прошел. Тут есть уровень с инопланетянами. Игра года. Просто игра года. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Вот такой вот сегодня стрим получился. Ну, грубо говоря, 2.5 часа я постримил, да? Потому что на полчаса отходил. Все, всем ба-ба.